Красиво? Красиво, я считаю. Вы потом скажете, что я плохая кухарка, а вдруг придет кто-то меня сватать, и вы меня оклеветаете. Не получается, ручки мокрые, ребят. Я безумно люблю пасту и постоянно ищу новые рецепты. Давайте приготовим пасту из 4 ингредиентов. Для этого нам нужно отварить непосредственно саму пасту. Пока у нас варятся макароны, давайте с вами приготовим соус песто. Для этого нам понадобится базилик, петрушка, кедровые орехи, немного чеснока, масло, соль и пармезан. Это все смешиваем в блендере, и наш соус готов. Паста готова, соус тоже. Смешаем их на сковородке, пока они подогреваются. Порежем помидоры. И, в принципе, у нас готово все для того, чтобы красиво подать пасту. Сковородки все готово. Ставим ее. Я хочу подавать прям так. Мне кажется, это будет красиво. Вы можете переложить, если у вас есть какая-нибудь красивая тара для этого. Мы кладем в серединку буррату. Разрезаем ее. Ура! Выложим помидорки вот так вот красивенько. Красиво? Красиво, я считаю. Надо чуть-чуть перца добавить сверху. Не получается, ручки мокрые, ребят. Все, паста из 4 ингредиентов готова. Приятного аппетита!